7 поражений, третье место в Тихоокеанском дивизионе и 10-е во всей западной конференции. Но с очень большим отрывом и от лидера, от Лейкерс, 27,5 матч. Стивен Джексон центрит, разворачивается лицом к кольцу, ну и вполне возможно будет атаковать сам, если бы не потерял мяч. Джеральд Уоллес, хорошая передача, и Фелтон забивает в быстром сезоне, когда Джеральд Уоллес, 2 очка считать, and... очков. Из всех неприятная участь постигла Джамала Кроуфорда, который как раз в первом матче между этими командами набрал 50 очков. Его сегодня мы с вами не увидим. Команда Шарлотт Бобкетт смогла выиграть на выезде. Джеральд был незаметен. И Бобкетт взяли Уоллеса на драфте Рэш. Ну и в январе этого года очень интересно. Оба штрафных реализует Джерард. Ну что, можно еще попробовать бросить из-за трехочковой линии, но